Затем Рашид Тимрезов вручил государственные награды и присвоил почетные звания жительницам республики за профессиональные заслуги в области здравоохранения, спорта, культуры, образования, юриспруденции, торговли, сельского хозяйства. С торжественной церемонии репортаж Альбины Ламковой. Такое количество цветов, наверное, бывает один раз в году. У входа в зал всем гостям вручали букет тюльпанов. Весенние цветы в разных расцветках подняли всем представителям женского пола настроение. В зале собрались представители разных профессий. Приятным и душевным сюрпризом стало поздравление бойцов с передовой, защитников Родины. Чтобы вы были такими женственными, нежными и милыми. Желаю вам больше радости, чтобы ваши... Искреннее тепло всех присутствующих поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот день по праву считается символом доброты, тепла и любви. Когда нас перенасыщают чувства восхищения и благодарности к дорогим нашим женщинам, отметил глава региона. Добавив, что вы преуспеваете во всех сферах жизнедеятельности, оставаясь чуткими, любящими, заботливыми хранительницами очага. Обратился с благодарностью и к многодетным мамам. Отдельную благодарность хочу выразить матерям, которые воспитали настоящих патриотов и героев, которых мы сейчас с вами видели на экране, которые поздравляли вас с 8 марта, и которые защищают нашу страну в ходе специальной военной операции. Не хватит, наверное, всех слов, чтобы выразить вам наше восхищение и признательность. Низкий вам за это поклон. Дорогие женщины, мамы, бабушки, прабабушки, от всей души поздравляю с вашим праздником, желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и всегда такого классного весеннего настроения. Затем руководитель республики вручил женщинам государственные награды. Дарико Ильканова получила звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В сфере образования она работает более 50 лет. Я этим званием очень горжусь. Хочу сказать, что все знания, все свой опыт буду стараться передавать молодому поколению. Хочу сказать, для того, чтобы я достигла этой цели, многие мне помогали, многие направляли. Хочу сказать большое спасибо им. Хочу сказать большое спасибо главе Карачаево-Черкесской республики. Поддержать Дарику Сиитовну пришли родные. Это моя внученька. Как вот. Тебя зовут? Дарья. Дарья. Дарья, ты будешь учительницей, как твоя бабушка? Да. Да. На мероприятии получили государственные награды 26 человек. Все они настоящие герои труда самых разных профессий. Принципиальность, настойчивость в достижении цели позволяют добиваться хороших результатов. Лёля Искендарова – социальный работник. В этой сфере она трудится более 17 лет. Говорит, очень волнительно получить высокое звание, так как это не только оценка твоего личного труда, но и большая ответственность, которую надо оправдать. Чувство, конечно, переполняет. Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо большое всем, кто за меня ходатайствовал, моим коллегам, министру Руслану Асевичу Шакову. Всем моим девочкам отдела. Зал был наполнен атмосферой весеннего настроения, улыбками и радостью зрителей. Праздник прошел на веселой и позитивной волне. Яркой частью торжества стали вокальные хореографические номера, исполненные артистами нашей республики. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.